Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер, а значит, это третья часть моего прохождения игры Gran Turismo 2 на первой PlayStation. В предыдущей серии мы с вами получили лицензию класса А. Вот она у нас перед глазами. С уже с небольшими такими проблемками. Вот, ну, в этой серии мы с вами примемся за лицензию новинку. Лицензию класса International C. Ее не было в первой части Gran Turismo. Это расширение, так скажем, режима лицензий от разработчиков. Ну и приступаем сразу же. Ух ты, какая мощная стартовая скорость. Так, это у нас, по-моему, закрывающийся поворот постепенно. Да. Новый родстер. Уже не слепой, открытый, с глазками у нас. Так, ну есть, бронза получена. Ладно, нам лишь бы сейчас, пока что лишь бы сдать. Ах, да, вот еще одно сообщение в связи с первой частью Gran Turismo и моим там обещанием, если что, пройти лицензии на золото. Дело в том, что я, если честно, сам даже не понял, каким макаром, но я умудрился потерять сейвик наш вот от того прохождения первой части Gran Turismo, которое мы с вами вместе одолели. И один из там новых подписчиков написал мне, что давай, мол, дерзай и проходи на золото лицензии. Так вот, если я все-таки за это дело возьмусь, вы там... У меня остался еще другой сейвик от предыдущего моего прохождения, который я делал, ну, просто сам для себя проходил. И если, в общем, вы увидите там, ну, немножко другие машины, в том порядке, там, знайте, что просто это я потерял вот наше с вами прохождение. Может, я его еще и найду, не знаю, я там перетыкал memory карточки, пересохранял их, что-то в другие папки перекидывал, ну, в общем, что-то намудрил, и может, я еще и найду. Так что в планах еще ближайших, возможно, начну проходить на золото лицензии первой части Gran Turismo. Ну, также пишите, что если есть желание, можно и, так скажем, поупарываться и пройти лицензии вот во второй части тоже на золото. Конечно, их тут гораздо больше. Но в свое время, я помню, еще на первой PlayStation мы с Лехой пытались пройти тут на золото, и уже не помню, но не одну, но где-то несколько лицензий мы на золото-то одолели. О, здесь уже появились отрезки реальных трасс. Это обалденная трасса, она мне очень нравится. Red Rock Valley Speedway, вот видите, она так на закате тут. Такая полусумрак уже. Очень жаль, что ее не добавили в шестую часть Gran Turismo. Очень надеюсь, что она появится в шестой, может быть, в седьмой. Да и вообще, многие трассы, которые есть во второй части, вот их здесь гораздо больше, чем в первой, они заслуживают, конечно, переноса на последующие, ну, в шестую, в общем, часть или в седьмую. Вот Red Rock Valley Speedway одна из них. Также Midfield Raceway мне очень нравится здесь. Еще есть. Ну, в общем, по мере прохождения мы с вами будем возвращаться к обсуждению трасс. И будем вместе обсуждать, какие же, по нашему мнению, трассы заслуживают переноса в последующей части. Так. Так что, в общем, пишите,
Вот, кстати, о Midfield Raceway вспомнили, и вот он, участок этой трассы, на машине Целика. Тоже очень интересная трасса, она мне очень по нраву, такая скоростная, связки поворотов интересные. Тоже пишите свое мнение о трассах, какие вам нравятся больше всего, какие вы хотели бы увидеть в последующих частях Гран-туризма. В седьмой, может быть в шестой в качестве эддонов. Хотя, если честно, я не думаю, что разработчики будут еще в шестую часть добавлять трассы. Вот, скорее всего, ограничатся дальше концептами, вот, Vision Gran Turismo. И, наверное, на этом все. Там сосредоточиться больше уже на производстве седьмой части. Я думаю, на конференции E3 в этом году все-таки официально анонсируют, наверное, седьмую часть. Потому как пора. Сколько уже? Пару лет, даже больше прошло с выхода шестой части. PS4 в самом разгаре, разбирают ее как горячие пирожки уже, так что база очень хорошая, стартовая. Там уже, по-моему, к 15 миллионам продажи. Ай-яй-яй, ух ты. Вот, кстати, еще одна трасса городская, Сиэтл. Тоже очень неплохая, интересная трасса в городе. Так, ну тем временем, вот и лицензия. Так, C International, получается, у нас пройдена. Давайте получим заветную карточку. Вот она. Вот она, вот она. Кое-где получено. Так, сейваемся. Ну и на этом опять же закончим. В следующей серии будем уже лицензию International B проходить. Все идет довольно-таки неплохо. Так, ну что же, как всегда, комментируйте, подписывайтесь, те, кто не подписался, ну и ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Как всегда, с вами был Скудер. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.